Что такое экология? Природные ресурсы, лесные обитатели, сроки разложения разных видов мусора. Это и многое другое ребята узнали в ходе экологического познавательного путешествия с заботой о природе, которое прошло в Рыбницком культурно-досуговом центре «Олимп». Мальчишки и девчонки, выполняя различные экозадания, соревновались в знаниях растений, животных и правилах пожарной безопасности. Представьте себя лесной поляной, которую только что покинули отдыхающие, не затушив до конца костер. Что бы вы крикнули им вслед? Есть право решать, проверить. Затем ребята отправились в гости к духу леса, где, играя и танцуя, закрепили информацию. Наша была основная задача – это напомнить им, они ведь действительно знают. Им просто нужно иногда напоминать о том, что природа – это, то есть мы часть природы, а не она часть нас. И благодаря ей мы вот такие красивые, добрые, веселые, счастливые. Вот это надо и сохранять. Вот к этому мы и призываем. Увлекательное путешествие в мир флоры и фауны не оставило никого равнодушным. Каждый сделал свои выводы. Мы сегодня узнали о природе, как надо природу беречь. Нельзя бросать мусор, не надо загрязнять воду. У нас есть недалеко возле школы посадка, и там очень много людей собираются и вывозят мусор. Я тоже помогаю. Я собираю там бумагу, стеклянное что-то. Это загрязняет природу, загрязняет воду. И мы можем пить не экологическую воду, не кушать экологические фрукты, овощи. Нельзя мусорить, нельзя выбрасывать батарейки, куда попало. Сдавать металл или стекло в специальные пункты. Узнал, сколько лет разлагаются те или иные вещества. Я узнал сегодня, что стекло разлагается более 1000 лет, а губка для посуды разлагается более 100 лет. Если какие-то плохие дети, не бережут природу, просто выбрасывают мусор или они там хулиганят на деревьях, ветки ломают, то я их отгоняю и говорю, что так некрасиво делать, что деревьям это то же самое, что и нам сломать руку или ногу. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.